во времени суток. Сегодня на метро Партизанская проходит выставка «Свой дом, свой участок». И среди прочего, как заявили, автодома своими руками. Давайте посмотрим. Ну вот давайте посмотрим такой дом. Павел Садчиков, профессор, автопутешественник, более 5 кругосветных путешествий. Так вот у него расположена кровать. Сиденье, стол. Здесь расположены у него рундуки, плита, закрытая крышкой, потолок, утеплитель. Такого плана. Видимо, еще процесс стройки идет. Ну, вот сама машина. Наверное, выглядит лучше, чем ее внутреннее оборудование. Какая-то такая получается ситуация. Фиговая. Так, посмотрим следующий автомобиль на базе УАЗа. Патриот. Столик, навес. Какая-то легкая порнушка пока. Ну, идеи-то интересные, но исполнение пока отсутствует. И вот еще один автомобиль из Калининграда. Ну, тут уже шик. Если вы что-либо хотите арендовать, купить или еще просто посоветоваться, да, как самой мне сделать, вот я могу очень хорошо чувствовать. Если собираетесь куда-то поехать, я... Ну вот это лучший автодом, который здесь сейчас присутствует. За стенкой там находится, я так понимаю, туалет, да? Сейчас глянем. Да. И душ. Шикарно. Шикарно. Холодильник. Чайник. То есть здесь такая зона, можно перекусить, как в кафетерии, наверное. Отопитель. Места вот такой же, такой, да? Да-да. Три человека там помещается. Опа, сейчас заглянем. Еще раз. Ага. Поддон классический. Нагреватель.
Складывающиеся сиденья. В общем, это единственный и самый достойный вариант автодома своими руками. Ну и вот такой вот на базе Lada Largus, такой а-ля 80-е, Советский Союз, такой простой вариант достаточно, ну и очень интересный. Вот такие вот автодома. Две заготовки и один достаточно полноценный дом на колесах. Спасибо вам большое за просмотр.